своими глазами. Ко мне обратились наши бельчане о том, что в нашем городе секция карате – это платный вид спорта. То есть родители платят за детей, чтобы они занимались этим прекрасным видом спорта. И было принято решение о том, что на территории Дворца культуры есть спортивный зал. Значит, мы сейчас занимаемся его, то есть мы его остеклили заново. Сейчас мы там строим новые раздевалки, новые душевые, туалеты. И только мы закончим этот реконструкцию данного помещения, мы сразу же откроем секцию на базе спортивной школы номер один, секцию карате, где возьмем тренерский состав, и чтобы наши дети имели возможность заниматься бесплатно этим прекрасным видом спорта. Но я думаю, что этот ремонт будет стоить плюс-минус 200-250 тысяч рублей.